А ты вообще молчи, маленькая самодовольная вонючка. Что я вонючка? Что? Макс. Нормальная история. Что я вонючка? Что значит даже? Что значит даже? Даже вонючка. Нормальная история. Опять раз, я вонючка, главное, я ничего не сказал. Правда, это какое-то шельмование, это не дискуссия, вы я меня согласен, извините. Да. Мы должны поддержать коллегу, потому что нельзя, нужно дискутировать, а не травить человека. Что это за травля, в конце концов? Почему это у нас действительно человека, который законопроектом высказался каким-то, и организовывать его травлю? Не понять вам, живущим в квартирах, пидорасам, студентам, шедам, красоту настоящего мира, где бродить только нам, мужикам.